дорогие друзья, всем привет. Опа, кто там у вас? Офигеть, блин. Че, зажигалка у нас здесь. Так, сегодня у нас на повестке дня тяжелые пулеметы. Один из них как раз таки находится вот здесь. Так, прыг-скок, прыг-скок. Хоба. Так, по поводу форвеля. Без проблем, будем проходить дальше. Это я решил чуть-чуть от него отдохнуть. И показать еще один не менее интересный мод. Модификация. Тяжелые пулеметы. Хоба-на! Машина жадности. Бам! Удвоенная скорострельность благодаря огромному вспомогательному барабану для боеприпасов, прикрепленному к спине. Конвертирован в 5.56. Опа! Так это же наша знаменитая турель. Вот она. Берем. Так, сундук нам не нужен. Ты что, передохнуть хочешь? Без проблем. Так, и будем тестить. Так, для начала мы будем тестить как раз таки на толпе. Самая ближайшая у нас толпа одичалых вот здесь вот. Кладбище. Толпа одичалых, вот они. Так, машина жадности. Для начала, давай-ка сначала глянем на нее. Вот она. Так, тут у нас прицел, не знаю, ПЗРК вообще, скорее всего. Да. И обычный пулемет, да? Но он у нас, интересно, вот он как. Хопа, наплечный. Во. А теперь от третьего лица. Ну, в принципе, ништяк. Come on. Оп. Есть. Так, ну там у нас дальше еще по-любому должны быть мутанты. Ага, вот вид от первого лица, да? Но почему-то у меня боезапас. Почему-таки у меня он увеличенный и не кончается. Либо это в модификации такой глюк, либо еще что-то. Так. Ну, в принципе, вот. По толпе самый раз. Так, ну пойдем следующий искать. Кстати, их здесь 4. Их тут 4 штуки. Поэтому все 4 штуки будем искать. Так, первый мы нашли. Следующий у нас будет как раз таки... Так, ворота. Атомные коты. Так, пупс без оружия. И вот он, хот-рок. Так, установлен сзади нагнетатель смехотворно, увеличивает скорострельность и вызывает перегрев пуль, поджигая цель, нанося 15% урона в течение 3 секунд. Берем и пробуем. Также на гулях. Так, давайте-ка глянем для начала. Опа! Так, 10-миллиметровые пули взяли. Цель. Опа! Оп-оп-оп! Да, значит, там с тем пулеметом глюк был. На тебе! Эй, стой! Я на перезарядке! Вау! Снайпер! Так, ну... Добиваем. Бу-бум, бу-бум. Есть. А он аж подлетел и сквозь текстуры провалился. Круто. Так, ну все, пойдем за следующим. Опа.
Коготь. Ну-ка, давай ему. Опа, стоп. Перепутал. Хвост. Есть. Стоп. Давай посмотрим, как он без хвоста. Стоп. Теперь по ногам. Ах ты, блин. Ну что ты, Аня, поковылял-то, а? Там что, еще один, что ли, трется? Точно. Вон он. А давай-ка мы технично обойдем его. Так. Потихонечку. Полегонечку. И вот оно. То есть оно будет находиться вот здесь, недалеко от пещеры. Yes. Так. Придает оружию истинный американский дух, стреляя осколочными снарядами, вызванными правосудием. И вот сейчас, мы на нем и протестируем. Так. Давай отсюда. Вот он. Ах ты, еще и светящийся. Хоба. Бум-бум-бум. Стоп, стоп. Их что, тут двое? Есть. А, еще и... Да ты чё, смотри, он даже еще круче когтя. Так, ребята, ну вот, в принципе, интересная вещь. Наплечный пулемет. Так, и на последний оставил вам самое интересное. Так, следующая наша цель. Можно будет сделать вот так. Кейт. Hey. Давай, взламывай. Стоп, 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 назад. И еще вот такой есть вариант. Сейчас посмотрим. Давай, давай, взламывай. Это будет жесть. Давай, ты че? Ты же не умеешь. Еще разок. О! То есть можно его так открыть дверь и пройти спокойно, а можно и даже вот так вот. Есть. И вот такой способ есть. Здесь у нас получается, ты сквозь вот эти ловушки мимо. Опа, мы пароль не взяли. Короче, наверху, там стрелок есть, женщина. У нее пароль. Если мы сейчас неправильно ведем... Да. Опа. Так. Есть. Управление дверью. Открыть дверь. Но все равно нас ждут. Это троны. Но если даже пароль профукали, можно будет вот здесь. Чик-чик, вести. Вот, кстати, первый раз я вот без пароля сюда прохожу. Первый раз натыкаюсь на роботов. Так, у нас вот здесь. Оп-оп. Круто. Что тут у нас? У нас здесь получается всякий хлам, ну, который, конечно, можно будет продать. Серебро. Так, ну здесь самое, конечно, ценное, это вот этот вот бейсбольный биток мировой серии 2076. И вот он наш пулемет, миниган, красная вспышка, красный блеск, но что-то другое. Сигнальные ракеты стреляет, урон 117. Берем и идем тестируем на гулях, как всегда. Так, мы на месте. И красная вспышка. О, патронов мало. Проверяем. Опа! Не понял. Ах ты, смотри.
Надо, короче, как можно ближе подойти. Все загорается. На тебе. Ах ты, смотри. На тебе. Опа. Чик-чик-чик. Тихо-тихо-тихо. И сейчас еще самого себя, блин. На тебе. Так, ну и разброс у него, однако. Ага. Разброс жесткий. Вот, допустим, вот сюда. Бум. Надо вот так вот где-то. Ага, вот он, получается. Так, ребят, спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Будет еще много чего интересного. Кстати, Форвель будем дальше проходить. У нас в планах открыть это убежище. И всем до следующих встреч.